Грозные знамения посылали небеса в те годы на российскую землю. Но люди, не чувствуя приближения беды, продолжали мечтать и страдать, любить и ненавидеть. Они не знали, что вскоре их дома будут сожжены, их любимые погибнут, а жизни остальных будут зависеть от милости царя-самозванца. И прокатится по бесчисленным верстам, городам и судьбам кровавый русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. НТВ «Профит» и компания «Пирамида» представляют. Грандиозная историческая эпопея по мотивам произведений Александра Пушкина. Матеуш Доменский, Катарина Грушко, Сергей Маковецкий и Владимир Машков в фильме Александра Прошкина «Русский бунт».